Кажется, на рождественскую тему написано столько картин, что ничего нового уже не придумаешь. Но участники традиционного районного конкурса «Рождественская звезда» не перестают удивлять публику и организаторов не только своими художественными талантами, но и не по возрасту глубоким пониманием темы. В этом году на выставке было представлено более 1000 работ. 18 воскресных школ приняли участие в этой выставке, 33 общеобразовательных учреждения, 2 учреждения дополнительного образования для детей, 32 дошкольных образовательных учреждения, 10 учреждений культуры и 275 прекрасных педагогов и воспитателей подготовили своих учеников в этом году к участию в конкурсе. В рисунках, сделанных гуашью и акварелью, в росписи по дереву, в коллажах и витражах, из пластилина и керамики. Иными словами, во всех работах, представленных на выставке, отражена тема, которая и взрослому не всегда понятна – рождение Иисуса Христа. Почему важны вот эти конкурсы? Потому что вы с детства коснулись действительно самой важной темы, самой важной проблемы. Кто вы? Зачем вы живете? И почему вы живете? Почему мы все здесь, в этом мире? Тогда, когда вы это понимаете, это делает и расставляет правильные акценты. С детства появляются правильные приоритеты. Первыми на сцену Захаровского дома культуры вышли обладатели специального приза главы Одинцовского района Андрея Иванова. Ими стали Владислав Кожемяченко, Валерия Федорович и Ксения Солуданова. Мария Смирнова готовилась к конкурсу «Рождественская звезда» около месяца. Девочка говорит, что без помощи мамы и педагога она бы не справилась. Сначала почерпнули вдохновение в интернете, потом решали, как его отразить на бумаге. Нарисовать лица было очень тяжело. То есть там получается один глаз может быть больше, один меньше. Строгие судьи усилия Маши оценили. Она стала обладательницей гран-при от Одинцовского благочиния. Вместе с ней главную награду конкурса получили Вита Приходько и Анастасия Николаева. И хотя только закончилась церемония награждения призеров конкурса «Рождественская звезда», а их около 100, юные художники уже думают, чем удивить организаторов и посетителей другой выставки «Пасхальный свет и радость». Евгения Августина, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».